Вперед за песней! Армавирцы могут бесплатно получить билеты на музыкальный марафон «Эх, разгуляй», который состоится в Москве 18 ноября. Удача улыбнется двум слушателям радио «Шансон». Для этого достаточно отправить сообщение, смс, ватсап, вайбер на номер 8-918-166-88-88. Необходимо указать имя и фамилию и да, напишите пароль «Хочу на «Эх, разгуляй». Каждому сообщению будет присвоен порядковый номер. С одного телефонного номера регистрируется только одно текстовое сообщение. Имя победителя в прямом эфире радио «Шансон» в Армавире 3 ноября в 15:50 назовут ведущий, а определит везунчиков лотерея, которая состоится в программе только для вас на частоте 99.3 FM. За проведением лотереи есть возможность наблюдать в онлайн-трансляции на сайте amedia.tv. Олимпийские и звезды российской эстрады ждут вас 18 ноября. Радио «Шансон Армавир» уже приглашал своих радиослушателей на концерт звезд российской эстрады в Краснодар в прошлом году. А теперь снова двух счастливчиков ожидает незабываемый праздник, но уже в Москве. «Эх, разгуляй» порадует посетителей выступлениями таких исполнителей, как Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Любовь Успенская, Ирина Круг, Сергей Трофимов. Для вас будут петь Александр Новиков, Михаил Бублик, Александр Маршал, Игорь Саруханов, группа «Город 312» и многие другие. За годы своего существования музыкальный марафон завоевал сердца сотен тысяч слушателей. И это неудивительно, ведь «Эх, разгуляй» — это грандиозное шоу, фейерверк звездных артистов, 5 часов любимых песен и настоящая всенародная дискотека. Юлия Чернышова, Александр Пензев, служба новостей «Армавира».